Короче, я не смогу там все удалить со своей страницы, весь всю ту дичь, которая меня порочит, которую я сам себе наклепал. Я могу только дальше продолжать нормально себя вести, выкладывать рисунки, быть художником. Я вот сейчас пьяный очень, но я же не веду себя как скотина. Я не говорю ничего, не думаю даже о своем члене. Мне пофиг на это вообще. Я не такой, как все. Я просто опустившийся художник, который... Ну, просто опустившийся художник. Так можно сказать, по сути. Одинокий. Да. Работаю. Я не бездельничаю. Я сейчас попробовал подойти познакомиться к двум случайным. Они, ну, ненавязчиво, они сказали, что мы торопимся. Ну ладно, не важно. А если жениться, то не ради материальных каких-то, как это обычно бывает. Я не знаю, но я слышал, что люди ради этого что-то делают, женится там, такое вот заводит. Я с таким, я вообще с людьми не общаюсь. Я могу пожениться просто как человеческая взаимосвязь. Это для меня. Я наивен в этом вопросе. У меня нет опыта. У меня был бы опыт, если бы я вернулся назад в 2015-17, когда мы с Ксенией были в отношениях. И я бы женился на ней, тогда бы появился опыт. А так нет опыта даже. Я просто прихожу с работы и... И во время работы я не знаю, что мне делать. Здесь в городе нечего делать. Дома нечего делать. Нигде, ни за компом нечего делать просто. Это все неинтересно мне. Здесь не ролевки не собираются в лесу. Так бы я ходил хоть туда. Страйкбольщики, я не знаю, где они там собираются. Может, я бы присоединился к ним, но я даже не знаю, станут ли они меня вступать и есть ли они вообще. Жизнь моя очень скучная и одинокая и пустая весьма. Я думаю только вот рисовать картины и выкладывать. Дальше быть художником. И не важно. И не смотреть, сколько там кто лайков ставил, не ставил. Не огорчаться, если нет просмотров и лайков. А если кто-то оценил, то я очень ценю это. Благодарю любого человека за это.
так моя жизнь здесь и пройдет, просто работая дворником без пенсии. Пенсии не будет. А в Москве, там, если я приеду, там нужно два дела решить. Это работу найти и съемное жилье найти, которое стоит космических денег, на мой счет, потому что я зарабатываю там 10-15 тысяч. А там, ну там зарплаты, цены больше, и стоит жилье снять 1100, там я не знаю сколько. Я могу при помощи пробежек регулярных сбросить вес и пузо убрать свое, отрастить волосы, покрасить в черный цвет и просто выкладывать как цветок. Вот знаешь, человек-цветочек. Что я есть как цветок, потому что мне... Я никому не делаю зла, но меня легко ранить. И я ничего не смогу сделать в ответ. Я могу кого-то разозлить, только по глупости, по тупости своей. О чем я очень сильно переживаю и стараюсь, чтобы этого не было. И если такое происходит, сразу максимально извиниться. Как вот сегодня произошло. Я прошу прощения у всех за то, что я там всякую дичь неадекватную у себя на странице постил, свое пузо расписанное надписями, маркером постил и так далее. Все, что может толкнуть, все, что деструктивно, я извиняюсь, это было моей ошибкой. Но я не могу все это удалить, потому что на это всей жизни мне не хватит. Я прошу просто простить меня, и хотя я недостоин прощения, я просто дальше буду художник, рисовать. Просто мне, а насчет Москвы, мне просто кажется, что я вот перееду и буду снимать, допустим, жилье, да, а зарплата будет уходить вся на жилье. Вся разница будет. Я даже не знаю, будет ли хватать на съем жилья. Вся разница будет в том, только что я буду в Москве, но вся зарплата будет на жилье уходить. Ну, то, может быть, это и вариант тоже, я не знаю. Рисовать, как я буду там в съемном жилье. Там же пыль от мелков. Хозяин разозлится.